Спасибо огромное. Спасибо. Евгений, благодарю. Евгений Трёмов был с нами на связи. Ситуация в Белгородской области сейчас мы обсуждали. И я думаю, вы все, наверное, удивились тому, какой колоссальный объем проблем придется сейчас нам все вместе с вами решать. Так, Олег Зубков, давайте подключим. Директор парка Львов-Тайган, город, это Крым, это известнейший всем заповедник, и все мы читаем. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Не хочу сужать тему, потому что мы здесь ее животных, защиты животных на тех территориях, которые находятся в зоне боевых действий. Вот мы сейчас все вместе обсуждали тему. Этот был вброс известный всем. Вчера показывали трясущихся животных, которые обычно живут в зоопарках. Якобы вот их бросили в новой каховке, все плохо. Олег, расскажите, что на самом деле? С ноября прошлого года мне удалось успеть сделать 6 поездок на новые территории, в те зоучреждения, зоопарки, от которых пришла просьба о помощи животным, либо о вывозе, эвакуации животных. Это зоопарк и Херсона, это зоопарк Каховки, вернее станция юных натуралистов Каховки, это и Донецкий, и Мариупольский зоопарк, зоопарк Бердянска. Мы везде побывали и вывезли больше 100 животных и птиц на территорию парка Львов-Тайган, где животные прошли карантин и сегодня находятся в прекрасных условиях, в вольерах, и многие из них даже обзавелись уже потомством. К сожалению, правда в том, что с новой Каховки, с зоопарка, о котором мы знали, ни обращение администрации города, ни обращение собственников животных мы не получали. И, к сожалению, трагедии не удалось избежать. Сотни животных действительно в новой Каховке, в этом зоопарке, ну, смыты и погибли. Смыты волной этой ударной и погибли. Вот так же, как и затоплен зооуголок на острове Малый Потемкин в самом Херсоне, где 8-метровая волна там буквально прошлась через этот остров, и ни одним животным не выжили, кроме водоплавающих птиц. Вот, но мы не можем сами конфисковывать либо вывозить животных без просьб и разрешения военной администрации, либо администрации поселков, городов, либо собственников животных. Вот. Еще раз повторю, что как только мы получали первые сигналы, мы вывезли и медведей, и волков, и львов, и енотов, и ослов, и лам, и много-много других разных животных и птиц с разных зоопарков, но ни одного животного с зоопарка Новой Каховки, к сожалению, глубокому мы не вывезли. Олег, если возможно, мы вот с Запашным говорили, особенно здесь в эфире, по теме обеспечения не только работы там цирков и зоопарков, оказалось, что эта проблема защиты животных, я назову ее так, сохранение их жизни, она настолько масштабна, и она настолько сильно касается колоссального количества людей. Вот мы, живущие в московском очень быстром ритме, чаще всего не обращающие внимания вот на тему там, домашних животных, может, не осознаем масштаб этой темы, а для колоссального количества людей это целый это смысл, во-первых, а во-вторых, зовут экспедиции буквально в зону боевых действий, где волонтеры спасают коров, какой-то домашний скот, относятся совершенно одинаково к ним, ко всем, вытаскивают, рискуют еще раз жизнью, и это все находится в тени за пределами государственного внимания. Я хочу спросить вас, что здесь делать? На ваш взгляд, нужно ли системное решение? И как нужно поступить, то есть какие-то, может быть, есть соображения? Вы правы, действительно, проблем много с животными, эта проблема все больше и больше сегодня выходит на первый, на важные этапы нашей жизни, потому что мы видим, и как дикие собаки разрывают подростков, и в Госдуме сегодня принимаются законопроекты, которые пытаются ужесточить взаимоотношения с животными, регулировать содержание животных разных. Вот. Мы знакомы лично с Владимиром Владимировичем Бурматовым, заместителем председателя комиссии по экологии, который ведет большую законотворческую деятельность.
Вот. Ну, к сожалению, к этой работе редко привлекают нас, вот, зоопарки, и поэтому, ну, многие постановления принимаются, которые потом нужно корректировать, вносить изменения, и мы с Эдгардом Вальтеровичем Запашным также это часто обсуждаем, и создана комиссия при Госдуме, которая сегодня занимается именно внесением изменений и работой, чтобы законотворческие документы, так сказать, выходили согласованными и были жизнеспособными. Вот. Да, действительно много людей неравнодушных и помогают сегодня на всех территориях. Понятно, что очень тяжело людям и проблем у людей много, но в данном случае я директор, создатель двух зоопарков, и я могу делать для животных то, что могут, не могут делать другие. Действительно, вот мы выезжали в зоны, где слышны разрывы бомб, снарядов, это и под Донецком придорожном зоопарке мы вывозили, и в той же Каховке, когда рядом заминированные поля и газоны буквально, и нас просили, пока не развеялся дым, туман, простите, над Днепром, потому что начнутся обстрелы, быстрее уезжать с животными. Также и в Херсоне, 15 километров уже от этого зооуголка, были слышны разрывы бомб, и линия фронта нестабильно там двигалась, и так далее. Мы делаем то, что можем, но не у всех есть такие возможности сегодня, как у парка Тайган, принять животных, потому что сегодня в российских зоопарках прошло лицензирование, и на каждое животное нужно определенный объем, они очень значительные. Если это хищная кошка, то это 100 метров квадратных вольера, и это очень большие средства должны быть потрачены на такой вольер. Для того же медведя там 20 метров дом, представьте, это квартиру построить только... Гораздо прочнее, да, нужно... Видите, чтобы да. Мы не утратили с вами мысль, не ушли от нее. Дело вот в чем. Угу. Есть нормы положенности на одного живого человека, нормы положенности по жилой площади. Да, конечно. Но в ситуации, когда возникает кризис, когда образуются огромные потоки беженцев, людей расселяют в палатки, никакие требования жилищного кодекса не распространяются. Это называется аналогия закона. Почему нельзя идти по этому очень простому пути? К сожалению, нам такого Россельхознадзор права не дает, и нас все равно проверяют на предмет жестокого обращения с животными. И даже когда мы на больших просторных вольерах совмещаем по несколько животных, там или родила львица, трех львят, и там... Ну, нет той квадратуры, которая, значит, требуется по закону, нас наказывают, нас заставляют привести соответствие, и это, конечно, плохо мешает, и, наверное, здесь какое-то постановление временное, возможно, которое регулировать будет эти вопросы, очень важно и своевременно. Опять-таки, это больше те, кто сидят в Москве, Запашный, Эдгард Вальтерович, он ближе там и должны с этой инициативой выходить. Мы здесь находимся под жестким контролем Россельхознадзора, природоохранной прокуратуры, других контролирующих органов, которые не позволяют нам где-то ужаться, где-то совместить вот какие-то экспозиции, которые, ну, вполне нормально. Поверьте, если эти медведи живут так на 5-6 квадратных метрах в ужасных условиях, мы их помещаем в другие вольеры, но которые не 100 метров. Вот. Но нет возможности просто такие большие капиталовложения вести постоянно и расстраивать без конца эти вольеры. Вот. Но, к сожалению, здесь понимания законодателями и контролирующими органами у нас нет, вы правы. Очень важная тема. В этой связи ведь и иные вопросы тогда возникают. То есть при отсутствии фактически законодательной возможности эвакуировать животных, в том числе и редких, в том числе тех, которые нуждаются в особом уходе, вы лишены еще и возможности их кормить. Вы не можете получить федеральные субсидии или субвенции. Я не знаю, какая форма здесь платежей будет. Вы не можете получить какие-то деньги из региональных резервных фондов. Вы ничего не можете. Потому что это животное, которое находится в серой зоне, за пределами действующего законодательства. Если вы пойдете за помощью, вас спасают. Это правда. Это правда. Но мы как бы стойкие, у нас огромная армия здесь хищников, и мы хорошие хозяйственники, у нас свои поля, свои фермы. Мы можем позволить себе кормить, и это уникальная ситуация, что парк Тайган имеет возможность принять вот это огромное количество животных, которые сегодня попали в беду, и задержать их без государственной поддержки.
Тут важнее даже административная поддержка. Мои бы поездки не были бы возможны без административной поддержки главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, если бы не решались вопросы на административной границе, с комендантскими учреждениями, с комендантским часом по перемещению, когда мы ездим там. Вот. И это уже огромная помощь, что вот в ручном режиме он доступен буквально там 24/7. И те вопросы, которые у нас при транспортировке возникали, вот, в том числе и на законодательстве, он успевал решать их с губернаторами новых областей сам, вот, отдавая команды. И вот административная поддержка здесь очень важна, и все зависит от местных руководителей, в том числе еще большая их роль на местах, которые обеспечивают вот, возможность. Тот же Владимир Васильевич Сальдо, его губернатором Херсонской области, сам выносил распоряжение о беспрепятственном вывозе сквозь все блокпосты вот этих животных. И я очень благодарен, что наряду с людьми у него есть время думать о судьбах вот этих животных, которые на его подведомственной территории находятся. Вот. Ну, а что касается кормления, уж, да, хотелось бы в идеале, конечно, чтобы государство относилось как-то и были возможности, но мы прекрасно понимаем, сколько проблем и задач у государства, поэтому рассчитываем только на свои силы, и они у нас есть, и средства. Олег, благодарю. Я думаю, мы будем продолжать обсуждать эту тему. И сейчас готовлю большой текст для того, чтобы по мотивам беседы с Запашным и теперь уже с вами обозначить эти проблемы и попробую. Спасибо большое. Давайте помогать и себе, и, конечно же, нашим животным. Олег Зубков был с нами. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.